с нашим священником, вот. И вот он мне все как открыл карты, что, оказывается, его вызвали для того, что там какие-то нарицания против его служения, что он начал читать с открытыми вратами и на русском языке читает это самое апостола. И многие мусульмане тут ему запретили, там он крестил с полным погружением. Вообще, что у нас в храме есть в подвале там как бы храма. Там и этот пожаловали, что ржавой воде он крестит, запретили ему это. То есть он говорит, я все понимаю, я понимаю, Игнатия Тихоновича, я за православие, на русском языке, но, говорит, надо мной, я, говорит, между прессов нахожусь. Вот я что-то сделал не так. Они жалуются мне, а ну-ка прекрати, ты что не крестил человека? Я говорю, а он говорит, да он не знает ничего, вот, надо как подготовить. Тебе что, кто тебя поставил там? Сказали, пришел человек креститься, крести. Сказали отпевать, отпевай, деньги бери, открести, все. Он говорит, я что, не понимаю? Я сейчас попросил у него прощения, мне что-то жалко его стало. Говорит, ты думаешь, говорит, я не вижу, что ли? Я вижу, что он правильно все говорит. Ну, они боятся, потому что, говорит, если сейчас все это сделать, то революция начнется в патриархии там. Вот так вот. Ну, вот такие вот вещи. Я не знаю, у меня, слава богу, как-то вот у меня отлегло от него. Он говорит, да я сам болезную. Ну, что я ему, говорит, могу сказать? Людям сказал, нельзя делать поклоны, когда нельзя делать. Они тут же жалуются в это самое. Они ему высылают, ты что там устраиваешь это самое? Люди пришли молиться, пускай молятся, как молятся. Все, говорит, я заткнулся, говорит, я просто-напросто. Вот единственное, что, говорит, с открытыми вратами он служит. Ну, говорит, это пока не дошло до это самое, до епископа. И меня, говорит, опять тумаком надают. Вот так, за ваши молитвы это самое, Господь управляет. Вот, я тоже, слава тебе, Господи. Я говорю, у меня аж сердце жалость, говорит, отец, прости меня. Я говорю, ну, он говорит, ну что я не говорю? Я говорю, ну, бесполезно, я что-то скажу против, сразу же пишут письма. Вот, 100 человек скажут, за меня будет, ну, одна клевета, это самое, больше стоит для этого самого, меня начинают наказывать. Вот так вот, вот такие дела. Я говорю, ну, все равно как-то надо воевать, он бесполезно, говорит. Сотрут в порошок, говорит, просто надо, сотрут в порошок, говорит. Я вот начал там, говорит, договориться с батюшками, с благочинами, тут у нас, говорит, хорошие, что читать на русском языке с открытыми вратами апостола. И то, говорит, пока еще никуда не дошло, боимся, вот он не знает, может его отсюда сейчас выберут. Я говорю, ты меня можешь покрестить с полным погружением? С радостью покрещу. Я говорю, ну, не знаю, но тебе, говорит, все равно надо съездить, ты ж раз уже это самое, твое сердце там, то съездить тебе надо все равно, говорит, Игнатий Тихонович, побыть там где-то. Вот так вот. Вы для него приобретите трехтомник, который у нас вышел. Трехтомник для него, подарите ему, купите и подарите. Хорошо, отец, хорошо. Это самая главная книга сегодня на весь мир. Вот он сейчас открылся как книга мне, что он в 9 классе, у него дядя был священником, он его как бы благословил. И говорит, и ты, говорит, когда будешь, молись, чтобы Господь дал нам на русском языке молиться. Да. Вот он говорит, ой, дядя, говорит, он умер, говорит, ну священник был. Молись, чтобы Господь дал на русском языке, чтобы все понимали люди. Вот такой был усердный. Я, говорит, постоянно за него молюсь, но я, говорит, не могу, я слово вставляю, на него сразу жалобы идут. Отказал где-то, попросил тут, ну, чтобы в общестере вода была, закругление, он с администрацией, тут его чуть не сгрызли, он воду подвел, там сейчас надо систему очищения, ну, купальня у нас там большая, глубокая сделана в этом самом. Он говорит, я это все понимаю, но я не могу ничего сделать. Я что-то раз, мне сразу, говорит, по голове бьют-то. Вот так вот. И, ну, мы ж воины Христовы, надо же как-то все равно, он говорит, ну, от того, что я, говорит, хоть что-то приобрету, хоть кого-то, хоть какую-то паршивую свою тонах, вот так. У меня другое видение стало, вот благодаря вам, вот вы меня вразумили. Ну все, тогда продолжайте молиться, и где можно, поддерживайте и утешайте. И вы видите сюда, чтобы поговорить можно было с ним. Пригласите к себе или дайте скайп, мои данные, Игнатий Лапкин. Хорошо. Он мне, я ему просфоры помогал печь. Я говорю, если помощь нужна, я к вашему слову. Он говорит, ну мне только просфоры помогать. Я говорю, хорошо, буду помогать. Ну, в общем, я вам сказал, что двери открыты, чтобы он вышел. Я побеседую с ним. Спасибо, Христос. Ну все, тогда с Богом. Аллилуйя.